Чемпионат по проектному управлению дает возможность школьникам 10 и 11 классов Челябинской области реализовать свои идеи, а также предоставляет победителям льготы для поступления на кафедру экономики и управления проектами ЮРГУ. Я как раз хочу поступать в ЮРГУ, остаться в Челябинске. И, ну, вообще интересно попробовать себя. Раньше я занималась социальными проектами, сейчас хочется перейти на бизнес-проект и попробовать себя немножко в другой сфере. В конференц-зале собрались как новички, так и призеры прошлого года. Команда Comrades in Honor заняла в 2013 году второе место, а теперь пришла поделиться опытом с другими и рассказать о своем проекте. А мы участвовали с проектом очистительных сооружений на основе бентонита. Бентонитовые фильтры для очистки воды. Мы думаем над реализацией этого проекта сейчас. Соревнования проходят в три этапа, первый из которых заочный. Участники разрабатывают проекты и присылают их для оценки в оргкомитет чемпионата. Во второй тур отбирается 30 команд, которые участвуют в олимпиадах и деловых играх. Этот этап является самым сложным, но плодотворным. Поэтому ребятам оказывают помощь опытные наставники. В каждой команде, начиная со второго тура, мы прикрепляем студента 4-го, ну, раньше еще и 5-го, курса обучающихся по нашей кафедре. Это достаточно грамотные люди, естественно, мы выбираем лучших, и они очень и очень ребятам помогают. Ну, а то, что работают преподаватели в полную силу, это понятно. Третий тур включает в себя защиту выполненных работ. По итогам чемпионата школьников ждут награждения и ценные призы. Команде-победителю будет вручен главный приз – Кубок губернатора Челябинской области. Помимо этого, участникам будут вручены специальные ценные подарки –